кстати, еще одно заявление, которое меня поразило, и это правда, я знаю, что действительно у многих знаменитых, красивых, известных, умных женщин действительно нет подруг. Но ни одна в этом не признается. Вы в одной из бесед, когда вас спросили про подругу, сказали, что у меня нет подруг. Ну, у вас же есть знакомые. Что вы имели в виду, что у вас нет подруг? Что имелось в виду? Ну, вот встречаются подруги на гяп, как говорят у нас в Пакистане, разговор, перетирают косточки, перемывают. В этом смысле, Да. Но у меня нет времени на это. На всех друзей нужно иметь время. Вот если есть у меня там одна или два человека, которые сами ко мне приходят, их сами со мной общаются, и мне стараются помочь, вот это вот такие близкие люди, а больше нет. Хорошо, но вот в детстве у нас у всех есть. В детстве люди легко сходятся, моментально вместе оказались, подружили. Нету. Нет, всегда работала. В детстве были? Всегда работала как раб на галерах. Вот откуда Владимир Владимирович Путин позаимствовал эту известную фразу. Нет, это я услышал. Позаимствовала. Я подумала, что он не одинок, что рядом на галерах сидела и я. Вы доверенное лицо, кстати, Путина. Это что-то значит или это просто вот такое? Он для меня кумир во всех отношениях.